Конечная, парни. Дальше пешком. Слушай. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь, отрезать. Эй, Игорь! Эй, Игорь! Возьми себя в руки! Сосредоточься! Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо. Я же не солдат. Дамы вперед. Ну, давай вперед и к звездам. Черт! Найди вход в канализацию. Встретимся там. Проклятие! Нет здесь никого, я же говорил. Какая работа? Сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Да, спускаемся оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Три,
6, да. Так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Хорошо, я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. За второго. Оливер, да я это сделаю. Уж с русскими-то я справлюсь. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Слезы под дождем. Пять бар. И растет. Ты уверен, что не рванет? Да откуда мне знать? Я солдат, а не умник. Все эти буквы в Сибири, а даже одного охранника снять не могут. Да как ты выжил там вообще? Пункт управления реактором. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор 4-го блока. И... Эй, в этот раз давай безъядерная катастрофа, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не трать время. Разберись с этой чертовой кнопкой АЗ-5. Игорь, не трать время. Разберись с этой чертовой кнопкой АЗ-5. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Я в норме. Просто системы не реагируют как надо, и мы не можем спровоцировать еще один взрыв. Новую катастрофу. Дерьмо! Это же был твой план с самого начала. Что теперь? Я? Я не знаю. Надо проникнуть в помещение реактора, как-то иначе. О боже, черт! Ладно, хорошо. Придется делать это жестко. Выдвигаемся, Антон. Вперед! В помещение реактора!
Черт, нужно было тебе нажать на ту кнопку. А что с радиацией? Ничего, помню. Все будет хорошо. Ладно, парни. Но не вините меня, если начнет светиться, или лишняя пара ног отрастет. Останусь-ка я здесь. Иди в темноте. В безопасности. Он такой холодный. Что радиация низкая. Боишься, что хвостик вырастет? Да не все равно. Так как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает потенциальное радиационное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества радиалов модифицируется в антидеоситерном пространстве. Короче говоря, порождает просто фокин. Что? Истребляет пространство и время. И требует невероятное количество энергии. А Чернобыль – ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей из первого фильма. Марина Вестова, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. У нас совсем нет времени. О боже! Оливер! На помощь! Что? Почему?